Город Караганда – это та самый перекресток Казахстанская, Крылова, Кривогуза, а на доме написано ипподром КС-8Ю. Это ипподромная улица, 8-й дом, да? Ну, справа тут постоянно газозаправка, автозаправка. Пойдемте. Крылова. Тот дом, по-моему, же Крылова. Вообще, именно это место я снимал 5 лет назад. Но как найти у себя на канале, не знаю даже. Потому что не выдает поиск. Ну, по идее, вот эта улица ипподромная должна быть. Тот дом, он, скорее всего, это Кривогуза. А сам район Михайловка называется, да? Сейчас им Аманжолов уже называется. Да, Кривогуза же переименовали в Аманжолова. Сейчас им Аманжолов — это такой поэт такой и песенник. А вот справа ипподромная. 11 дней написано. Ну вот. Идея. Она была правильная. Приоритет. Рекламный центр. Подробно. 11 беда. Слева это уже, скорее всего, дома Крылова, которые относятся. Не знаю, тут проход есть или нет. Новая графика, да, пришла фона Тюрк и автотещей. Вот впереди там арка. Что-то совы. Три совы на сауне 24 часа, да? Ну и сделаем назад. И мы завершаем этот видеоролик.